По случаю 101-й годовщины со дня образования адвокатуры Беларуси, сегодня адвокаты проводят бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция проходит во всех регионах страны. Так, в Новополоцке в течение дня можно обратиться в юридическую консультацию на Молодежной 146, в Полоцке – на Успенской 2. В Полоцке оцифровали бюст героя Советского Союза Александра Горовца, расположенного на территории местного лесного колледжа. Это очередной этап реализации историко-патриотического проекта «Цифровая звезда» от БРСМ. Теперь рядом с бюстом появилась табличка с QR-кодом, отсканировав который, можно узнать о подвиге летчика. В рамках 29-го республиканского конкурса научных работ студентов отличились 5 представителей Полоцкого госуниверситета. За свои изыскательные проекты Никита Рощинский, Владислав Кравчук, Игорь Пилипенок, Полина Портнова и Анастасия Мелешко получили дипломы Министерства образования. Участники образцовой студии «Импульс» 8-й школы Полоцка удачно выступили на Национальной олимпиаде искусств в Молодечно. На суд жюри они представили 4 номера. Все взяли награды. По одному золоту и бронзе, а также 2 серебра. Плюс домой палачане привезли 2 специальных приза за профессиональное исполнение номера.